Смотрите, как ремонт идет. Под музей. Сильно будешь мочить, она поползет все равно. Этот Мария Христенко работает. Мошка прозалетела. А мы тут что, с Володей двое? Нестор. Смачивает стенки. Надо побелить. Застелить, говорится, матрасы, простыни. И объявить, куда следует, чтобы знали, что у нас музей. Так, что у тебя? Я жду тетю Марину, чтобы отнести. Да не нанеси ни в коем разе. Дядя Володю позови. Тетя Марина идет. Ты смотри, на животе носишь что-то это. Вдвоем берите. Вдвоем берите, все время вдвоем. Да, мы всегда так. Вот. Здесь глина, солома и коровий навоз. Размоченный водой, перемешанный лопатой и голыми ногами месили. Самое трудное, вот здесь быки были. Все, эти не нуждаются, потеряевки-то. Вот оно как. Вот так и делай. Пускай наружу эти ребра торчат. Их не надо выравнивать. Туда просто вдавливаешь, чтобы под эту попало. А потом снаружи. Это изнутри. О, тут уже сколько замазали-то. Вот так. При всех неурядицах кто-то мешает. Вот это вот вчера я разобрал. Пришел один, когда из Мамонтова приехал. Вот столбы стоят, это по ним на этом уровне, ну, метр. Как бум был, назывался разъезд. 75 метров. С перекрестьями разными. Вестибулярный аппарат хорошо, дети приучаются. Вот так. Тут крест, где молимся. На нем было написано «Иисус Назарейц, царь иудейский». С этой стороны уже летнюю кухню обиходили. Вот теперь они приедут только и сразу считают, о, у них не детский лагерь оказывается. Ну надо же, музей, да комплекс. Да а сколько у них там за комплексом-то? Ну, для бедных лагерей. Интересно. Везде вывесили, чтобы они это увидели. Интересно. То есть люди, которые ничем не интересуются, ну какая разница, на один больше музей. Нет такого. Могу заранее сказать, и не было никогда. Нигде. Впервые в мировой истории, если хотите знать. Притом это все, что мы говорим, подтверждается опытом. 45 лет. 45 лет без перерыва. Я основатель, по милости Божией, и бессменный начальник лагеря детского. Сейчас священномученика Климента Анкирского. Мы очень благодарны Господу, что нас Роспотребнадзор обратил внимание. И мы перешли в иной формат теперь. Ты много не накладывай, очень тяжело нести. Нормально. Терпимо, все. Володенька, пожалуйста. А вы из этой из ванны-то берете? А? Из ванны-то да, да. Добавляете?
Россия действительно все это замазывала конским навозом, но никогда не жила в дерьме. Русские люди очень чувствительны к этому. Всегда была баня, русская баня. Еще при Владимире послы там записали, хлещут себя прутьями. Прутьями, не вениками. Это не то, что там какая-то сауна. Сауна, ну еще финская сауна. Ничего там нету того, что есть в бане.